Он реально двигается. Смотри, он двигается, он двигается, он двигается, он двигается, он куда-то пошел. Кто это? Кто там пошел? Ага. Чтобы играть во Five Nights at Freddy's in real time, ты должен иметь копию Five Nights at Freddy's в Steam. У меня есть. Осторожно. Блестяшки и пугает. Хе-хе-хе, здорово! Ура! We've never seen them move like this before. We know how you kids love to visit and play here at Freddy's, so we opened up all new attractions. That's right, a brand new prize corner. And drum roll, please. Поломалось все. FNAF в реальном времени. Реальное время студия представляет. Майонезного витька в левом нижнем углу. И это демка, ребят. Five Nights at Freddy's in real time. В реальном времени. Это значит, что все, что будет двигаться в этой игре, оно будет реально двигаться, прикиньте, а не... Камера выключилась. Что за тарелка такая ходячая? Вы видали, тарелка на меня напала. Давай попробуем. Motion blur. Убрать. New game. 12:00. Первая ночь. А, это вот так вот будет, что ли? How to play FNAF at Freddy's. Так, как играть? Ходи налево-направо, чтобы закрывать каждую дверь. Удачи. Я не понял, это что, развод? Это очень похоже на развод. Меня заскамили. О, идет, смотри. Хоп, закрыл. Очень смешно. Ну ладно, теперь да, по-настоящему. О, чика-чика идет, чика, погоди. Развод на FNAF. Это хорошо, но MP3 брит лучше. О, смотри, бежит. Фокси бежит. Сейчас. Ты их пранкуешь. Страшно, говорит, вырубай, я Чику отразил. Вон Фредди идет. Так. Чика слева, ребята, что за фигня? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, успел. Я так понимаю, я должен проиграть, да? Чтобы гейм начался. Фокси! Ух, успел. Она, в которую мы заслужили. Согласен. Они ускоряются. А я продержусь на максимуме, вот ничего не знаю. О, холера. Чита Фредди. Оу. О, нет. Все. Меня пришли убивать. Они с двух сторон заходят сразу. Ну ладно. Вы же поняли, что это рофл был, да? На самом деле, вот она, сама игра начинается здесь. Свет. Мы недавно только играли во FNAF Plus, и было весело. Он реально двигается. Смотри, он двигается. Он куда-то пошел. Кто это? Кто там пошел? Come and visit us at our brand new location. Вот это скример, а?
И для детей, говорит, и для взрослых. Ежемесячные соревнования. Давайте, говорит, приходите во Фредди Пиццу. Где фантазия встречает веселье. Сейчас скример. Now you'll be broken, like me. Теперь ты будешь сломанный, так же, как и я. Все? Я прошел. Погоди, прошел. Ну, я, конечно, понимаю, что это демка, но нельзя же так, Почему я был рожден в 1987-м? А кто тебя знает? Real Time Troll Game. Ладно, я не буду сразу закрывать дверь, пойдем. Пойдем в 3D-шечку. А-а-а! Хитро! Я должен какое-то время поиграть, что ли? Давай одного отразим. Давай двух. О, Фокси бежит, давай. Походу, дело придется пройти. Run по FNAF получается. Ладно, сколько, почему их так много? А, дверь не закрывается изначально. Так это совсем лютая демка. Ёлки-палки меня развели. О, Чика! Фига себе такая она. Эй,
Все понятно. Это скам-демка, ребят. Здесь нету самой игры. Развели меня, я, получается, должен выпускать видео, чтобы развести вас. Логично, да. Вот такая вот, ребята, пирамида развода. Now you'll be broken, like me. Могли бы хотя бы грабельную ночь сделать. Я думаю, они просто не осилили. И решили совсем тизер лютый пустить. И главное, они почему-то еще требовали, чтобы у меня был FNAF оригинальный. Зачем он им нужен был, я так и не понял. Давай посмотрим в главном меню, кто ходит. Зайчик-побегайчик. Окси. Шмокси. Чика Кексиковна. Нека-тарелка. О, холера! Все в сборе, ребят. Все в сборе. Я даже не знаю, ребят, честно. Как таковой игры нету, но задумка прикольная. Я бы поиграл во FNAF в реал-тайме. Я хочу видеть, как они двигаются. Это намного лучше, чем когда они двигаются дерганно вот на камерах, да? Когда они дергаются, так и непонятно, когда нападут, в какой момент. А так ты видишь, вот, идет, движется. Все, закрой дверь перед ним. Мне кажется, так будет намного легче играть, нежели в обычный FNAF. Но я надеюсь, это вырастет во что-то играбельное. Я надеюсь в это поиграть. Если ждете, лайк ставьте, в описании ссылочка на плейлист, на группу ВКонтакте. Пока. Там будет 6 реальных часов. Конечно. А как еще?